Приготовьтесь, ребята, ведь эта бутылочка в 1 мл взорвет ваш мозг. Стоит она чуть больше 20 фунтов и содержит 1 мл жидкости, которая называется «жидкий сапфир», производитель NanoState. Все те же, кто выпускает водозащитную жидкость, которую я уже как-то обозревал и которая хорошо себя зарекомендовала. У меня в руках смартфон Blueboo X550, который прекрасно работает и экран которого в превосходном состоянии. Я собираюсь нанести несколько капель жидкости на экран. Вообще экран обрабатывается в три подхода. В первый подход наносим 3 капли на экран, хорошенько втираем их и оставляем на 10 минут. Повторяем так дважды. В итоге у нас должен получиться невосприимчивый ко всему экран. В воде, царапинам, пятна и отпечатки не будут оставаться на экране. Всегда. 1 мл этой жидкости должен сделать непобедимым, цитирую производителя, 3 ваших девайса. Уже только это заявление является более чем самоуверенным и громким. По-видимому, эта жидкость очень и очень крута. Пока я ждал, когда подсохнет второй слой, я заглянул на сайт производителя, который меня довольно удивил. Каждый их продукт так или иначе связан с защитой от воды. У них есть спрей для наушников, спрей для телефонов и планшетов и даже зачем-то для PSP. Ну что ж, протестируем эту жидкость. Мы нанесли все 3 слоя и теперь телефон готов к экспериментам. Начнем с ручки. Вообще я давлю намного сильнее, чем может показаться, и это обычная ручка, которую я пишу в университете. Такое чувство, что на экран наклеена какая-то пленка, и, как ожидалось, паста стерлась легко и полностью. Обычно, когда пишешь на экране ручкой, ничего не остается, но здесь следы остаются, так что не знаю, что это за покрытие получилось. Далее проба ножом. Как же хорошо иметь нож такого размера, чувствуешь себя невероятно могущественным. Но не в случае с этим покрытием. Я не могу прорезать его совсем. Начинаю резать слабо и постепенно увеличиваю давление. Но осторожно, чтобы не отрезать себе руку. Безопасность прежде всего. Что бы я ни делал, ни единой царапины. Даже острейший кончик ножа просто проскальзывает по поверхности. Как будто силовое поле на экране. Время для больших пушек. Хорошо, теперь настоящее испытание. Если экран выдержит шуруповерт, это какое-то колдовство. Мистер Поттер, я пеняю на вас. И снова, никакого результата. Очень и очень нечасто случается, что обозреваемые продукты обламывают все веселье. И этот один из них. Я бы никогда не подумал, что 9 капель какой-то жидкости сделают телефон практически неуязвимым. Кажется, у жидкости потенциал даже больше, чем заявлено в аннотации. В аннотации сказано о защите от царапин, и с этим не поспоришь, но здесь что-то большее. У меня были телефоны с Gorilla Glass, и мне удавалось просверлить их. Я пробовал закаленные стеклянные протекторы, даже якобы пуленепробиваемые, но все они раскалывались. Но по какой-то причине сапфировая жидкость, произведенная компанией, от которой такого не ожидаешь, это настоящее маленькое чудо. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал. Увидимся!